Вот нельзя взять и поменяться свойствами. Просто не выйдет. Потому что, например, Дональд Трамп в своих замечательных посланиях, не могу сказать, это реклама, лучший способ распространить послания на людей, на миллионы людей, на сотни миллионов, которые посмотрели, уже показал, что люди в этих их играх уже первое, не овцы. Вот тот, кто один, овца один, уже не овца, уже сама приняла предложение Кона и не участвует в этих играх 9-1-1, она их обходит. И хорошо выглядит девятка, looking good, number nine. Обходит мимо эти игрушки. Вообще тут веселуха. У Дональда Трампа он над этими искусственными деньгами поржал. 12-0-6, девятка, 5-4, девятка. Потом 3-0, потом 1-2-3, тоже шестерка. 4-5, девятка. 6-7-8, тоже 15. Ну, вот удивительное совпадение у него. И у него типа бабки улетели. Он пошел их доставать. И вот показал, что эти искусственные деньги ни хрена не стоят. Им место в помойке. Вообще молодец. Просто-напросто. Ну, как в известном анекдоте. Да, тут он поржал над... Просто поржал с кодом 32 над... Типа, у кого не получается быть создателем, лепить из глины миры свои. И у кого все разваливается в итоге. Пытается оцифровать мир, только оцифровка мира для лузеров полностью. Ну, так вот, и идея такая, что... Ни хрена у этой королевы что не получится у них, потому что нельзя свойства другие дать людям без последствий. Нельзя просто обменяться свойствами. Ну вот просто нельзя, потому что продать что-то не нужно, нужно купить что-то не нужно. Чтобы отдать, нужно что-то получить. Не выйдет стать на место другой. Замечательная реклама. Просто прикольная. Угу. Взять голос от этой замечательной женщины, от этого Трамп. И мы в эту утку запихнем этот голос. Бриллиант, сэр. Великолепно. Ну, типа, гениально. Он говорит, я знаю. Да-да. То есть он захотел взять свойства одного чего-то в другое. Такой горе-экспериментатор. Вперед. Выключай. Включайте процесс. Ну, взяли свойства, трансформировали. Что вышло? Получилось. Типа голос гусыни поставили, перенесли. Ага. Это реклама Афлока. Всего лишь. Гениально! Но... От бумеранга никто не убегал. Никто. Хотя многие пытались. И что получилось? Что бывает? И эту программу он все-таки донес подсознание и сознание сотен миллионов, потому что эту рекламу посмотрели очень многие. Если забирается голос, то если что-то отдается, то что-то и принимается. Вот она приняла лапы. Три пути воедино, это не просто лапы. Соединение. Неизбежность. Или у меня паранойя. Кто его знает?
Вообще рекламы Дональда Трампа нет, и не просто рекламы Дональда Трампа. Это намного больше, чем рекламы Дональда Трампа. А, вот япошки. Япошки, мне кажется, что-то начали подозревать и что-то знают. Реклама Дональда Трампа, 2016 год. Япошки, казалось бы. 1, 2, 6. Девятка. Кто бы сомневался? Дональд Трамп. Deal with it. И тебе придется иметь с этим дело. Замечательная руна. Просто замечательная. Руна наполнена. Да она, блин, это просто шедеврально на фоне звезд. Звезды, все. Кристальчики. По-моему, япошки что-то знают. 2016, да, 2-1-6, девятка. Ну да, кто бы сомневался. И жесты не случайные. Тут все шедеврально. Все шедеврально. Либо мне кажется, либо у меня все-таки паранойя. Ладно, смотрим. Это ржака. Ромбик. Ромбик, Карл и М. Да. Из глазика вышел свет, но пошел по другому пути. Шедеврально. 6-18. Да кто б сомневался-то? Шестерка переходит в девятку. Трамп избранный президент мира. Япошки все что-то знают. Слов нет. Я вот сегодня это открыл просто немножко до сих пор. В удивлении. И преобразование. Даже комментировать не буду, но это все очень своеобразно и очень по-своему интересно для меня, по крайней мере. Особенно вот это было интересно. В ромбике Трамп. И вот этот жест тоже интересен. Ой, соединение противоположностей. Да. И кристаллики разлетаются от этого. Еще предстоит многое посоединять. Нет, япошки что-то знают однозначно. Ладно, возвращаемся тут. Вот к этому мозговысеру, иллюминатскому.